Вот такая вот деревня итальянская на горе. Там вдали видно море. Плохо видно, но видно. Такой вот домик. У нас была беседка с виноградом. Вон виноград висит. Можно вот посидеть здесь было в тенечке. Мило. Напротив качели, сразу горка. Для ребенка хорошо. Такая вот первая комната. Диван, кровать, кухня, столик, телевизор, тумба. Плита газовая, холодильник, морозильник. Все дела там, подсобка. И здесь вот вторая комната и санузел. Душевая кабина. Унитаз, биде, все дела. И комната еще одна. С большой кроватью. Мы уже съезжаем. Просто решил заснять. Кондиционер стоит на 22, на улице где-то 30. Такие вот ставни на окнах, чтобы солнце не жарило. Можно закрыть так. И хорошо, на ночь закрывали. Окна интересные, такие деревянные, со ставнями. Да, и вот со второго окна вид во дворик. Такой вот простенький, милый, уютный. Двери, дерево. Дерево, дерево. Скромно, уютно, хорошо. Деревня в Италии. Челента там чего-то. Конец связи и до новых встреч.